Какой чудесный сегодня день! Какой чудесный зимний день у нас сегодня, дорогие друзья! Всем приветики! В общем-то, с вами сегодня я, Демастер, и я подумал, почему бы не устроить моему сыну в этот прекрасный день подарок зимний, у него день рождения. Вот, поэтому я сейчас приду и... Сынок, вставай, сынок! Привет! Привет, папа! У нас скоро Новый год, и знаешь, тут снег везде, у тебя вот сегодня день рождения, да, поэтому, ребят, можете поздравить моего сына с днем рождения, да, видите, тут, вот у меня сын здесь живет, значит, мы здесь живем, это наша хата, мы на самом деле ее снимаем, вот, погнали, погнали, это вот новогоднее у нас настроение в нашем доме, посмотрите, какой офигенский у нас прям, ребят, с вами дом, вот, но, что же можно делать в день рождения зимой? Я считаю, что можно поиграть в снежки, но играть вдвоем в снежки будет неинтересно, сынок, поэтому... Погнали, у нас ничего похавать нет, потому что мы бомжи. Ладно, неважно, погнали. Вот, вот такая у нас новогодняя елка стоит, поэтому позовем ребят со двора поиграть с нами. Эй, ребята, 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 привет, привет. Давайте поиграйте с нами в снежки. Со мной и с моим сыном, у него сегодня день рождения. О, нифига себе, это вы ему такие подарки подарили. Вообще офигенно, да. Ну, классно, главное помечтать немного. В общем, давайте, я буду играть, значит, за зеленую команду, да. А мой сын будет за красную команду. Давай, сынок, иди за красную. Так, я возьму себе в команду... давайте я возьму себе в команду Клэшрек. Клэшрек, иди сюда. Я возьму к себе Алекса. Алекс, давай, иди к нему в команду. Так, и я возьму себе в команду, значит... давайте Джеффриша. Джеффриша, иди сюда. Так, Юникэ ко мне. Юникэ, давай к нему иди. Так, хорошо. Так, я возьму себе... А что ты, Курвициус, давай к нам, Курвициус. Что ты там встал, заранее зашел в их команду? Так. Выбирай кого-нибудь. Так, Нейлон, да, Нейлон забирай. Мы мини-крольчонка видим. Мини-крольчонок, иди сюда. Все, ну что ж, мы с вами начинаем играть в этот удивительный режим. Все стали такими снеговиками. Облепились. Здесь мы такие зеленые снеговики против красных снеговиков. Офигенно. Поехали. Новый режим на Ямсе, на самом деле. Вот, отлично. У нас начинается с вами игра. Но сейчас пока не начинается. Сейчас пока загружается карта. И все. Карта загрузилась. Сразу же скажу то, что мини-режим похож на Turf Wars, да. Вот, здесь нужно бегать, собирать снег лопатой, и у вас становится больше снежков. Снежками убиваете людей, ну, снеговиков из вражеской команды, и таким образом у вас увеличивается площадь вашей карты. И поэтому нужно убивать точными выстрелами. Справа показано, у кого какая территория, у кого сколько блоков захвачено. Так, я вам тут стреляю. Так, оп, еще одного убил. Юник это прям положил, красиво. Я должен собрать больше снежков. Вообще есть тактика поначалу не стрелять, собирать снежки, чтобы потом просто закидывать ими. О, как строить стены. Как строить стены, Джеффриш, офигеть. Можно строить стены, я даже не знал. Офигеть, Джеффриш что взял и построил стены, жесть. Как он это сделал? Читер. Определенно читер. А, там в инвентаре есть у тебя, можешь там покупать. В инвентаре... О, вау, 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 в инвентаре можно что-то покупать, реально круто, это реально круто, круто. Спасибо, сынок, не знал, что можно в инвентаре покупать стены. Странно, конечно, звучит, но это забавно. Боже, у нас реально какие-то снежки, прям это даже круче, чем Turf Wars. Давайте-ка вот так вот, Snowballs, 60 Snowballs, 20 Snowballs. Так вот, бам, все, отлично сделал, побежал такой. Как поставить? А, на Q. Бам! Моя стеночка здесь. Давай, давай, убиваем. Бах! Сынок, я попал в воде. Кстати, ну ты что-то не умер. Странно, что люди за снежков умирают. Опа, X-Нейлона убил, хорошо. Хорошо, блин, эти стеночки, это реально прикольно. Правда, они очень быстро ломаются, поэтому надо быть очень-очень аккуратными. Ну, а моя команда сейчас выигрывает, команда Донха немного проигрывает. Сынок, ну ты не расстраивайся, все-таки не расстраивайся. Этот Курвициус бегает перед экраном. Ох, меня сын убил. А я его! Ха-ха! Мы друг друга! Вообще красиво! Красиво получилось, красивенько получилось. Блин, такие крутые красные засульки у нас тут. Хотя мы играем за зеленую команду. Мне кажется, у нас должны быть зеленые засульки. Хотя у вас, наверное, тут тоже красные засульки. Здесь очень много карт. Ну, не очень много, но тут достаточно карт. Поэтому мы, возможно, поиграем и на других картах сегодня. Пока что сыграем на этой карте. Как видите, моя команда сейчас выигрывает. Я решил сразу же накопать снежков 60. Чтобы сейчас просто пойти тупо закидать. Зачем вы такую стену построили? Это же бесконечная стена. Кто это сделал? Что за псих это натворил? А, мы же можем подойти еще ближе. Я вижу здесь Тим Спанспанка, убил его, хорошо. И меня убивает Донг. Ну ладно, мы разменялись немножечко. И Курвициус тоже умер, лучше бы он, конечно, не помогал там немножечко. Ну ладно. Так, выкапываю пока что снег. Наши союзники зачем-то вообще за стеной стоят, нам никак не помогают. Это, конечно, плохо. Это, конечно, очень плохо. Нужно, потому что идти в атаку. Вот здесь у нас только одна маленькая дырочка, через которую нас могут легко застреливать снежками. Но почему-то этого не делаю. Так, по одному попал. Там Тим Спанспанк, по нему стреляю.
Так, снежков, снежков, снежков еще. Так, отлично, я убил Донха. Теперь убиваю этого челика, кто это такой? Не знаю, клэшек перед экраном бегает. Отлично, мы его убили, мы его забили. Нужно стеночку уже какую-то построить, мне кажется. Так, стенку купить. Поставить. Ставлю стенку. Хух, отлично, дерьмо безопасности в небольшой. Ах, меня все-таки Икснейлон убил. Стеночка была небольшая, поэтому меня меня все-таки убили. Да, вот такие прикольные снежки, реально интересно на них играть, они реально очень круто сделаны. Если, ну, конечно, Turf Wars появился очень давно, но эти снежки появились недавно, они очень круто подходят под новогоднее настроение, а также здесь интересные возможности. То есть вот так вот строить стенки по необычному, то есть не просто блоку делать, и здесь нет билд-тайма. Тупо сразу же война, можно сразу же атаковать противников, начинать их бить, и это реально прикольно. Так, упал по ним. Это какой-то дырочки стоит, минус один. Синспан-спан, убил минус два, хорошо. Пострелял чебочетиком, не убил их, к сожалению. Странно, что мы снежками убиваем друг друга, да, это очень странно. Так, тут какой-то еще парень бежит. Стреляю по нему, кончились снежки. Опять кончились снежки, да что ж такое-то, снежки очень быстро заканчиваются. Надо на своей базе, наверное, немножечко снега подкопать, а то у меня его очень-очень мало. Очень прикольно все это реализовано, мне лично нравится. Я считаю, что респект авторам этой карты, за что они сделали такую крутую карту. И вначале очень красиво детализированное лобби. Сейчас мы доиграем эту карточку, и я пробегусь еще раз по лобби, покажу, как же оно круто сделано. Там реально вот всякие вот эти штуки. Хотя, в принципе, вы сами, наверное, видели. Можете еще поставить видео на паузу вначале, посмотреть, как круто сделано лобби. Ну, либо зайти на Realms тоже и поиграть. Потому что Realms на первый месяц, если вы еще ни разу не играли, бесплатен. Вам только нужны друзья для того, чтобы с кем-то поиграть. Но это сделать очень просто. Друзей найти легко, реально. Вы можете зайти в мой TeamSpeak и вызвать кого-нибудь свой поиграть в этот Realms. И я думаю, вы найдете людей, с которыми вы сможете поиграть. Даже с теми же самыми, которые вот сейчас попали на видео, они, наверное, с удовольствием с вами сыграют в Realms. Потому что это очень весело. Здесь куча крутых карт. Вот сейчас, например, добавили 3 новых карты. Две вы уже видели. Это пираты, вот эти вот снежные бои, да. А еще одна карта, это получается... О, аккуратно, клашек. Я попал по тем спанспаку, но что-то это не очень хорошо закончилось для меня. Так, меня убили. You killed by the master? You killed... Я что, сам себя убил? О, сам себя, походу, убил. Так, они же сравнялись с нами счет, ребята, что такое? Почему мы начинаем проигрывать? Они сравнялись с нами счет, видимо, у нас сегодня будет только одна игра, потому что она и так уже напряженная. Так, а потом очень много упал, у меня там на один выстрел, походу, осталось. Да, и у меня тоже на один выстрел, что-то меня тоже убивает, боже. Боже, тоже начинаю проигрывать, они начинают брать верх. Что моя команда, видимо, немножечко сдает. Просто у них один челик вылетел, который фидил, походу. И теперь мы не можем на нем набивать наши с вами фраги. Так, 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 где там противники? Вот они. Минус один даю. Минус два дал. Сейчас минус три дал, минус три дал, боже, просто всю их команду положил, ребята, все, давайте, на раше. Минус три дал, вот так и нужно их убивать. Просто пришел, минус 3 дал. Красиво, красиво, красиво просто убил. Просто минус 3 половины вражеской команды положил. Вот это было офигенно, просто офигенно. Вот это я красавчик. Ну, сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. Так, Донха вижу. Донха убил, хорошо. Дальше Team Spawn Spank. Вот если перед экраном еще не бегал бы какой-нибудь Clash Rake. А, ну все, мы проиграли. Да, сейчас будет заново игра начнется. Да, заново игра начнется, потому что мы слишком долго играли. Слишком долго играли, но я очень много людей положил. Так, короче, в принципе, мы сейчас накапливаем. Я сейчас копаю себе снег. Чтобы, наверное, сделать какую-то защиту для нашего, для нашей базы. И нужно быть поближе, наверное, к стеночкам, вот таким краям. Отлично, наши союзники уже начинают умирать. Я быстренько куплю себе какую-нибудь стеночку вот такую вот. Так, отлично. Видишь, мы ее поставим вот здесь. Так вот, бам! И все, у нас есть стеночка. Что большая такая, за 30 снежков. Хорошая стеночка. Я собираю еще немножечко снега здесь. И я вижу парочку красненьких снеговиков. Вот, например, Донг. Блин, из-за того, что наши сливаются, я просрал стенку, на которую потратил 30 снежков. Это грустно. То есть, когда тебя убивают, видимо, стенки все-таки исчезают, да? Это не круто. Это реально не круто, потому что мои союзники тупо насливались. Сейчас и я просрал стену за 30 снежков. А это не классно. Так, так, здесь еще как-то можно хиляться. Я, правда, не понял еще как. Вроде то ли снежки собирать, или то ли около... То ли около костра надо проходить. Фиг его знает, как хиляться здесь. Так, просто не могу в них попасть уже. Слишком далеко нас откинули, они близко не подходят. Соответственно, я не могу ни в кого попасть. У меня, конечно, мало жизни осталось, всего на один выстрел. Но это не мешает мне здесь тупо бегать. И никто ведь, кроме меня, в моей команде решил не строить стены. Ведь, типа, зачем они нужны? Я вот так вот построил. Лучше просто стоять на открытом воздухе, сливаться. Вот как у нас делают чуваки. Короче, вот, да, отлично, убиваем здесь. Кто бежит, стреляю. Ну, меня, конечно, тоже убивает. У меня одно хп уже было. Но так как я уже потратил все свои эти...
все свои снежки на стенку вначале, которую снесли. То, соответственно, мне уже тут ничего делать не осталось. Кажется, мой сын сейчас меня выиграет. Сейчас мой сын меня, кажется, выиграет. Боже, ну забери ты чертов снежок. Чертов снежочек. Я уже не могу просто собрать даже немного снега, потому что у нас просто очень жестко откинули. Мы даже наших противников, моего сына, так круто не откидывали в прошлой игре. Хотя я там очень много накрашенул, жестко троих убил. Но, видимо, в этот раз так не получится. Так, отлично, по кому-то там вроде попал снежками. Все очень красиво, кстати, снежки летают. Так 3D анимировано, это круто. Вот кидаю туда по пацанам. По никому просто попасть не могу. Странно очень это работает. Что мы уже очень далеко, они тоже далеко. И снежки, видимо, так далеко просто не летают. Вот у них в этом плане большое преимущество. Они, кстати, к нам вообще не подходят. Странно это дело. Почему они к нам не подходят? Так, ладно, собираем снег, пока они у нас даже не стреляют. И делаем небольшие укрепления. Так, отлично, кто-то кого-то поубивал в нашей команде, тут респект. Кто-то в нашей команде кого-то убил, это круто. Отлично, я тоже немного пострелял по этим пацанам. Но мне не хватает снежков, нужны снежки. Собираю снег, собираю. Хорошо, много снега я собрал. Так, все, отлично, мы начинаем немножечко пробиваться вперед. Нужно собирать. Ой, у нас кого-то убили, так, сзади очень много снега, нужно собрать больше снежков. Собираю снежки, отлично. Снег есть, сейчас его больше соберу, чтобы мне не хватило на стеночке. Я на то, чтобы стрелять по чаечкам. Хорошо то, что здесь снежки сохраняются после смерти. То есть даже если ты умер, то только количество снежков, которое у тебя было, оно сохраняется. Боже, сколько здесь людей. Почему у нас все в одной стороне бегают? Просто все в одной точке бегали и всех тупо убили. Жесть, почему нужно бегать всем в одной точке? Я этого не могу понять. Ладно, хоть я выжил. Самый хитрый. Теперь нас далеко опять откинули. Короче, карта, походу, немного забаговала, и красные не могут подойти к нам ближе, и осталось нас убить всего лишь чуть-чуть. После того, как карта рестатится, очень часто бывает, что карта багует, и сейчас как раз-таки тот случай, вот сейчас я кого-то убил. Нам, чтобы до них дойти, чтобы сломать этот баг, чтобы он исчез, нужно убить очень много красных, но судя по тому, как мы сливаемся, скорее всего, мы сейчас просто сольемся. О, меня опять убил демастер, написано, боже, странный баг, когда меня убивает демастер. Возможно, когда я пытаюсь зайти на вражескую территорию, из-за этого я умираю, то есть как бы с каким-то шансом есть шанс, что ты умрешь. Вот, у нас осталось чуть-чуть. Мы должны скидаться с такого огромного расстояния, потому что мы просто не можем докинуть. Противники, короче, не могут просто подойти ближе. И мы тоже, потому что у них там заспавнивался наш кусок земли белый. Это из-за того, что карта рестартнула. Здесь когда карта перезапускается из-за долгой игры, бывают такие баги появляются. Вот. Но ничего страшного, сейчас мы с этим разберемся. Так, ну что ж, давайте убивать противников. Сейчас, снежки нужны, чтобы их убивать. Хорошо, набрало больше снега. Вижу красненький, куда пришел. Кидаю по нему, кидаю. Ох, у них там уже стеночка почти сломалась. Блин, у них закончились снежки. Собираем снег. Блин, постоянно кто-то бегает перед экраном. Это очень жестко. Я вот, например, буду стоять лучше справа. Здесь справа никто не будет бегать перед экраном. Нет, чтобы распределиться по территории. Здесь реально. Здесь, чтобы хорошо в тимплее играть, нужно распределиться всем по территории, а не стоять всем вместе. Потому что если у вас будут снежки, есть шансы, что попадут и по другим челикам. А если будут по другим челикам, соответственно, в это. Поставляйте своих же тиммейтов таким образом. Это не круто. Я, конечно, хотел показать другие карты в этом видео, но, походу, не получится, ребят, потому что мы и так уже затянули это видео. Наверное, в этой игре будет всего одна карта. Поэтому, если вам понравился этот режим, вы хотите, чтобы мы его еще раз записали, то ставьте обязательно лайки. Много лайков, чтобы эти 3000 лайков я сниму этот режим еще раз. Вот, как видите, мы все-таки смогли немного отбиться от наших противников. Вот я накопался снежка, 64 штуки, 66, 68... И вот, видите, там у них беленькая такая полосочка, именно поэтому они не могли пройти вперед. Именно поэтому они... И у нас тут точно такая же полосочка, то есть мы сейчас не можем пройти вперед. Это плохо, то есть сейчас будет, наверное, очень затяжная игра, скорее всего. И она забагалась. Хотя вот, все, баг исчез, теперь наши противники могут нас легко отталкивать. Мы начинаем жестко снова проигрывать, после того, как мы баг снесли, теперь противники могут нам подходить как можно ближе. И мы к ним тоже, соответственно, можем подходить ближе. Это, конечно, круто. Наши противников куча стенок. Это жестко. Мы не можем с ними как подойти. Нужно, чтобы они подошли тоже к нам поближе. Хорошо, мы им кидаем снежочки. Не попадаю снежками, вообще жесть. О, меня Донг убил. Донг жестко, конечно, меня снежками постоянно забивает. Я пытаюсь на расстоянии стрелять. У нас, конечно, никаких стенок нет. Но слева чувак встал, просто закидывает нас снежками. Из-за того, что у них было больше территории, они, конечно, соответственно, больше и снежков. А у нас снежков почти нет. Это плохо. Это плохо. Так, отличненько. Нас уже сильно откидали, но мы еще не проиграли. Так, отлично. Я убил Донг и Тим Спан Спанка. Отлично. Минус 2 дал. Правда, Донг меня успел под конец, в самый-самый последний момент, меня добить. Это жестко. Вот у нас наконец-то ребятки начали строить какие-то стены для защиты. Это круто. Правда, если нас сейчас убьют, то эти стены исчезнут.
Если хоть один умрет, еще. Ну вот кто-то умер, и мы просто потеряли эти стены. Жестко. Все, наши противники нас очень сильно сюда оттянули. Правда, у них осталось 3 человека в команде, все, у них двое уже ливнули за то время, пока мы записываем, это жестко. Наверное, кстати, это одна из причин, почему по ним очень сложно, их очень сложно выиграть, потому что у нас очень много людей, а их очень мало, и мы не можем их в таком количестве убивать, как они убивают нас. Вот, у них слабые игроки поливали, а остались только сильные. Надо искать причины, почему мы проиграем. Боже, у меня просто нет снега, чтобы откидываться от противников. Нужно собрать немножечко снега, отлично. Собираю. У них там столько снега на их территории, у нас снега просто нет. Это жесть. Надо прикольно сделать, что можно снег собирать не везде, только там, где он появляется. О-о-о, все. Мы проиграли. Команда Донка выиграла. Ну что ж, дорогие друзья, вот так мы сегодня такой вот сегодня новогодний подарок сделали для нашего сына. Какая же офигенная просто карта, зацените. Донк и его команда побеждает, потому что их даже было меньше из-за того, что не поливали люди. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем. Посмотрите, какие крутые полежки, да. Если вы хотите, чтобы мы еще раз играли на других картах, то ставьте обязательно лайк. Мы обязательно сыграем. Давайте наберем 3 или 4 тысячи лайков под этим роликом. На этом все. С вами был я, Демастер. Всего за просмотр. Был мой сын Донк и наши друзья, которых мы нашли во дворе, который называется TeamSpeak. Поэтому, если вы хотите тоже найти себе друзей, у вас их там мало или нет, с которыми можно поиграть в Майнкрафт, то заходите в мой TeamSpeak. Возможно, вы здесь таких найдете. Ну что ж, на этом все. С вами был я, Демастер. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.